В небольшом зале молодежного центра современного искусства выставлены работы художницы из Корсуна Марии Роговой. На них изображены пейзажи и архитектурные объекты сразу двух регионов. Мария преподаватель Корсунской детской школы искусств. Часть работ ее выполнена на пленерах в Корсуне, а другая часть выполнена в заповеднике Михайловское. Благодаря работам Марии Роговой мы можем увидеть тот дом, где Александр Сергеевич Пушкин создал около 100 произведений, в том числе роман «Евгений Онегин», поэму «Цыгане», трагедию «Борис Годунов». Здесь, на отчей земле, в имении матушки, Пушкин получил импульс своему творчеству в дальнейшем. Друзья считали Михайловское поэтической родиной Пушкина. Также на выставке представлены пейзажи родного для Марии Роговой Корсунского края. Например, окрестности села Теньковка, где родился и жил известный поэт Анатолий Чесноков. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ.